Ну что, хлопцы, вот такая обстановка в нашей рубрике. Chapman Green стоит 220 ре, январь 2023 года. Упаковка стала уебищной, шероховатость вот эта вот уебищная. Закурим. Моя тоже не жгется. Тебе помочь? Фильтр уже не так обработан, насыщенно, как раньше. Фу, блядь, ну и вкус. Вкус дерьма. Ну так в целом с кофейком. Капучино. Такой деловой, сидишь тут на лавочке. Такой, Chapman, блядь, посмотрите на меня. Какой я крутой. Какой вывод на 2023 год? Для России, по крайней мере. Все сигареты испортились. Не стоит ничего курить. Лучше героин.